Председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы, депутат «Единорос» Олег Рожнов прокомментировал ежегодный отчет главы муниципалитета Андрея Иванова. Парламентарий отметил активное строительство образовательных учреждений. В своем ежегодном обращении к жителям Андрей Иванов сообщил, что на территории округа за последние 7 лет возвели 8 школ и 26 детских садов, которые дали более 7 тысяч мест для школьников и порядка 4 тысяч для детей дошкольного возраста.